отвори мне дверь. Позови меня сесть у огня, разреши мне немного побыть в этот вечер с тобой. Никогда, поверь, не искал за пределом себя, но сегодня мне нужно, чтоб рядом был кто-то другой. Я пришел молчать о помощи, я всего лишь беглец, я не выдержал света пути, но ты не можешь знать, что значит быть помнящим. Дай мне забвенье, позволь мне войти. Я хочу успеть в эту полночь защиты от холода внешних миров. Отделись и отдались хотя бы на время. Смерть от того, что неведомо мне, зовется любовь. Скажи мне, что я здесь, прикоснись, скажи мне, что я есть. Ближе, обвей мои плечи рукой и держи меня крепче, так надо, не дай мне уйти. Ночь все тише, я прошу, подари мне покой, помоги мне закрыть эту страшную пропасть в груди. Я молю, как о причастии, удержи мою плоть от распада, восставь мою кровь. Будь мне спасением, твоей власти, ты влей в эти мертвые руки живую любовь. Слышишь? Дай мне быть, отними мое сердце у тех, кто приходит из снов. Я хочу, но без тебя, поверь мне, просто нет. Жить. Лишь один поцелуй над ключицей, и я оторвал. Я прошу, позволь себе посветь, подмени собою мою смерть. Ангел на
Добрый вечер, ребята, мы приветствуем вас на торжественном концерте, посвященном десятилетию выхода нашего первого альбома, который назывался «Оглашенные изыдите». Но, слава тебе, Господи, оглашенные не зашли, а пришли и превратились в верных. И мы видим сейчас вас перед собой, и это здорово. «Восхождение черной луны». Thank you.
пришел сюда из-за дальних гор. И вот ныне я знаю, что делать с собой. Шестером кроплю, обхожу костер, подношу к губам то не в трав, но сой. Бог мой, с мостикой в небе орел болит, под крылом крича умирают ветра. Вот она подходит, чтоб взять меня вниз, вывалить меня за что, рассечь себя. Я раскрыл себе грудь алмазным серпом и подставил весны на смеясь и крича обнаженного сердца стучащимся ком, леденящим и видимым черным лучом. В этом мире мне нечего больше терять, кроме мертвого чувства примерной вины. Я осталось одно, это переплесать с энергичным вселенной у пламени черной луны. Не трудно, но в десятки раз сложнее не терять. Не позволяй
света прекратить свой жизнерадостный бред. Ты видишь свет во мне, но это есть твой собственный свет. Твоя ответственность отныне без мер. Ты убил свою мать. Изволь небесно прекратить свой жизнерадостный бред. Ты видишь свет во мне, но это есть твой собственный свет. Твоя ответственность безмерна, ты свободен. Ты убил свою мать. Вдоль дистройки наворотился, проснувшийся кран. Стакан в руке моей являл собой только стакан. И первый раз на 8 лет я отдыхал, во мне смела благодать. И мы обнялись и пошли бродить под небом седым. И это небо было нами, и мы были одни. Всегда приятно быть под ночью рядом с тем, кто убил свою мать. И мы обнялись и пошли бродить под небом седым. И это небо было нами, и мы были одни. Всегда приятно, чем подольше бы снять. Очень правильно, кто убил свою мать. Андрей Михайлович, прибери мне, пожалуйста, мониторах акустику. Немножко. А мне дай Лёхе чуть-чуть. Андрюх, Лёхе мне давай чуть-чуть. Так, ну что, прежде чем перейти к редко играемым композициям с альбома «Оглашенные зрители», я считаю необходимым покататься на паровозике. Туркестанский экспресс! Проводник попросил документы, и тяжел был он.
Он удивился, зеленая форма, на что так смотреть? А я сказал, господин мой, я здесь, я не боюсь умереть. И я ушел, я включился, когда проезжали Уфу. И мне какой-то мудак все объяснял, что такое Куфу. А как не помню, сказали, найдешь нехороший обрез. А я подумал, я все-таки сел в Туркестанский экспресс. Последний в этом году Туркестанский экспресс. Мама, уя, я мама. И проводник подошел и сказал мне, возможно, ты прав. Если так, то поближе держись, я покидаю состав. Тихо сказал, получилось, а ты смотри, помимо.
До школы мудрости дело обязательно дойдет, но пока мы празднуем юбилей оглашенных. А на оглашенных были самые разнообразные композиции, многие из которых мы очень редко исполняем на концертах. Ну вот, в частности, как пример, это я специально затягиваю фразу, потому что, видите, подстраиваю гитару. Вот. Как пример такой редко исполняемой композиции можно назвать инструментальную вещь под названием «Начало века». Мы когда ее писали, посвящали ее началу века 20-го, потому что альбом-то, в общем-то, писался еще в 20 веке. Вот. Но удивительным образом многие решения этой вещи говорят о событиях начала века этого. Рафаилыч, верни, пожалуйста, гитару на место, она совсем провалилась. А мне добавь Лёхи. Лёхи, давай. Вокал добавь. Начало века! Thank you.
Сашка жалуется, что что-то ведется. Это под контролем, ты там слышишь это? Значит, это только на сцене, наверное, будет. Вот. Хорошо, мы переходим к следующему редко исполняемому номеру нашей программы. Перед началом ее нужна длительная перестройка гитары. Мы ее последний раз играли вообще, я уж даже не помню, сколько лет назад. Ну, если не считать юбилейного концерта в Москве. Да, как раз на этом юбилейном концерте я задал вопрос. А кто-нибудь вообще слышал оглашенные, извините? Так, что празднуем-то, собственно говоря, да? Да, чем мы, собственно, празднуем? Какие песни там были? Куда без него? Серега, не перед ним перестаивать гитару. Сейчас еще немного. Вот именно, кстати говоря, поэтому мы ее не так часто играем. Это целая история. А кто-нибудь был на презентации этого альбома? Из зала кто-нибудь присутствовал на презентации этого альбома в Питере? Мы ведь его там презентовали. Есть такие? О, yes. Да, 10 лет прошло. Ну, по 2, по-моему, было 3 или 4 человека. Тут как раз недавно был день рождения моего друга Дэна Шильникова, он знаменитый губной гармошечник московский, попутно еще и политик, он умудряется там какой-то депутатом вытереть, вот он там думает, при этом жарит на губной гармошке только в путь. Там в группах «Тут как тут» и так далее, мы с ним тоже выиграли. И вот я ходил к нему на день рождения, по его просьбе там поиграть с ним несколько песен, и услышал феноменальную фразу: «Самое страшное не то, что мы – это взрослые. Самое страшное то, что взрослые – это мы». Ступени. Облаки надежды.
рассвете преломление хлеба. И в первый раз мучительно сказал: Господь мой Бог, я недостоин неба. Пролитый час, пересеченный в кровь, минутной стрелки черным ядоганом я вырвал тайну сопряжения слов. Из мертвых рук того, кем был и стану, а кровь стекает из отверстых ран, ликуя в небе пламенем рассвета, подливая мертвенным губам коснуться жертвы нового совета. Обороненный святостью народов, мой дух разрушит плотское заклятие. Я выйду к тайне сопряжения слов, ложащимся под ножи распятия. Вы догадались, какая песня? Я по этому случаю даже на стульчик сяду. Так. Замечательно. Чувствую себя какой-то угнездившейся птичкой. Саша мне тут напоминает, просто дело в том, что эта вещь имеет один важный исторический момент. Дело в том, что это первая вещь, которую мы сделали все вместе. Да, и первая вещь, которую мы все вместе представили много лет назад. Да, и вот с тех пор она преображалась на полную. Да, это было уже сколько, 12 лет назад. Так что вернемся на 12 лет назад, так как это было тогда. Да, я тогда хронически сидел на концертах. We'll be right back.
стучал, да раскачи ключа, вечер чела начал. Дай мне света суз, дай мне сутры света, я засыну во снах. Растопи мне пуз, а из голубин рассвета голубиный смах. Растопи мой лёд. Прорастаю свод. Срывал
в огне словес, сердце станет соком, я богдан огня. «Покой и свобода» — следующая композиция. Друзья, без вокалки играют. Так подождите, у меня опять с этими перестройками. Ну, сейчас закрою звук. Ох. Все, можете вступать. Пока вы там будете наигрывать, я еще успею достроиться.
белый дым поднимается с облаком. Светлым и седым в синеву небес. Слышу шелест трав, вижу вереск холмов твоих миг. Струящий хрусталь срезвеченных дубров. Покой и свобода, покой и свобода. Thank you.
Кто угадает, какая композиция с альбома еще не прозвучала? Только что прозвучал. Ну. Мистер, быстрая реакция, здравствуйте. Мы рады вам. Ну давайте. Кто сказал? Молодец. Вот. Мы тут решили, вернее, не мы тут решили, а чисто пацаны решили в честь праздника разрешить Иванушке-дурачку то, что обычно ему категорически запрещено. Вот. И меня лично, в общем, группа поздравила следующим образом. Мне разрешено сыграть на соло-гитаре. Я волнуюсь, сейчас я водички попью. Все волнуются. А я представлю. Соло-гитара! Сергей Калугин! Я мечтал об этом всю жизнь. Мозг. Нету. Есть. Ну что, на этом, собственно говоря,
исполнение оглашенных закончено, и мы сможем перейти к песням более актуальным и свежим. «Путь во льдах». Воинство зари,
сущий Господь. Это маленький мальчик, беззащитный Господь. Офигенно вкусное темное пиво. Редко такое встретишь. Я настоятельно рекомендую вам его пить. Еще более настоятельно рекомендую... Нет, мы до вас, наверное, не дотянемся. Как жалко. Хотя можно выскочить на сабвуферы. В общем, если кто-то захочет на сцену передать стакан пива, мы будем чертовски признательны. Пастушка Адельфина, следующий номер нашей программы. Самая короткая песня. Все.
А не спеть для меня песню? А не спеть? Не спеть. Пастушка Адель прибежала на луг, ромашкам доверить беседу. Вчера в ее дом с предложением рук явились триумфальных соседов. Был Пауль так весел, а Густав так мил, а Мартин сыграл ей на флейте. Цветочки откройте, кто же искренним был, умолю, у Адель пожалейте. Умолю, у Адель пожалейте. Не плачет бедняжка Лещёвы, ведь Пауль так весел, а Густав так мил, а Мартин играет на флейте. И всё из них сердце пастушки пленил, а ты не поймёшь, как вейте. Я убав, а ты не поймёт, хоть убейте. Бондаренко, бас! Вот годы промчались в трактир у моста, зашли мы узнать об Аделе. Адель вышла замуж и стала там знать, узнать ее вы бы не сумели. Ну, а кто ее муж-то? Да вот третью кружку поет он под шницель с капустой. И хоть подойдете, вы вряд ли поймете, он Пауль или Мартин или Густав. Я мой, он Пауль или Мартин или Густав. Пораль вывожу не за тем, что смутить пастушек невинных бедняжек. Просто досадно по лугу брали, когда он лишился ромашек. И на, пусть Пауль ваш весел, а Густав ваш мил, а Мартин отрадно донес слуха, но все же три разных дороги дадут вам в итоге лишь красную рожу на брюхо.
Спасибо, ребята, огромное. Спасибо. Так. Объявляется пивная пауза. Мы наполнили корзины и влекли Москву вниз.
Оля чудо, Дева Марія, Оля чудо, все спасибо сням. Оля чудо, Дева Марія, Оля чудо, все спасибо сням. А потом меня свалили в чат подобный кораблю. И плясали, и давили плоть янтарную мою. И плясали, и давили плоть янтарную мою. Растерзали, умертвили плоть прекрасную мою. Поддались я с тобою, сокрушалась жизнь моя. И бурлила кровь рекою, и текла через края. Вот что за мука, Дева Мария, что за страдание святой Себастьян. Вот что за мука, Дева Мария, что за страдание святой Себастьян. Я предстал на грозный суд, что в крови моей зажженной запечатали сосуд. Под этажем там, в подвале, под стеной монастыря превращалась в лёд и пламень, кровь янтарная моя. Превращалась в лёд и пламень, кровь янтарная моя. Годы без света, Дева Мария, года во мраке святой Себастьян. Годы без света, Дева Мария, года во мраке святой Себастьян. Воспаряет над престолом кровь пречистая Христа. Thank you.
руки за спиною, злые голоса за стеной. Раски на компьютере, две программы глюкнули, после завтрака паразит. Полный на столице, ходит пидор с пиццей, 3-4 минут перерыв. Офис бьет, офис, мои паском. Мой офис бьет, офис, мои паском. Берет кровь из дома, мой паском. Я учился, я стремился, книги умные читал. Обдывался, обносился, с колокольни пропадал. Попросил родителей связаться с дядей Лики, и вот я обеспеченный круг. С толстыми разными платьишками, грязными, но мало как своему. Попис, торопис, моим мозгом. Концерт, который так и на афише будет обозначаться в говно. Похоже, мы сегодня его осуществим. Спасибо, ребят. Я пил кофе, я был готов,
что не скажешь о тех, кто спешил, как дурак, на работу. Я тут же пошел на балкон, хотя в доме моем отродясь не бывало балкона. Кофе, трубка и Армагеддон — неплохое начало для эры любви без закона. Радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон, это радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Ты думал, что ты здесь один, теперь ты увидел, что ты был всегда вместе с нами. Ты помнишь немало картин, смотри, это звезды бессмертия горят над холмами. Мы движемся рядом с тобой, и ветер победы ликует и бьет в наши крылья. Вот и закон отвел с собой, а мы даже не поняли, в чем были наши усилия. Радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон, это радио Армагеддон, слушай радио, в эфире радио Армагеддон. Но зачем ты играл против нас в этом театре абсурда? Вот и закончен твой век, а ты так и не смог научиться приветствовать утро. Нам не будет нужен твой пир, мы не покушались на хлеб твои мутные слезы. Вот и закончился мир, теперь ты видишь, мы не представляли угрозы. Радио Армагеддон, слушай радио, эфире радио Армагеддон, это радио Армагеддон, слушай радио, эфире радио Армагеддон, радио Армагеддон, слушай радио, эфире радио Армагеддон, это радио Армагеддон, слушай радио. Радио, в эфире радио.
тобой, это наша весна, наша родина, СССР, наша родина. И неправильно думать, что есть чьим-то богом обещанный рай. Самый смерть, пустота и покой, наше солнце гори, не сгорай. И не важно, что все позади, и неправда, но кто мы теперь. Но мы с тобой, это наша весна, наша родина, СССР. Наша родина, СССР. Мы забыли, что знали о ней. И огонь, порождающий мир, будет рваться, как раненый зверь. И мы с тобой, это наша весна. И мы знали, что важно уйти, но забыли дорогу домой. Путь на родину, это война. Каждый шаг, это выигранный бой. Если ты не умеешь понять, то попробуй хотя бы поверь. Мы живы, пока мы идем. Наша родина — СССР. Наша родина — СССР. Наша родина — СССР. Наша родина — СССР. Заявлен несколько позже в Москве, поэтому приезжайте, будете заявлять сколько хотите. Да, кстати говоря, тут такая тема прошла. В следующий наш приезд, когда мы явимся сюда как раз, наверное, с концертом по заявкам, да, вот, планируется наш выезд в Выборг, и для этой цели будет формироваться здесь, в Петербурге, автобус с теми, кто желает с нами туда ехать на тот концерт. Это я к чему? Следите, пожалуйста, за обновлениями на нашем сайте www.orgia.ru. Вот, потому что если эта тема будет отдуплена, то заявки на места в автобусе будут распределяться именно через наш сайт. Вот. Ну, на самом деле, время концерта не бесконечно, и пришло время его заканчивать. Это печально, с одной стороны, но с другой стороны и прикольно. Потому что, ну, представьте себе целую вечность, как концерт, как скучно. А вот, мы играем для вас нашу любимую песню «Вперед и вверх». Thank you.
простая суть, пролей на небо кровь. Смерть и любовь наш путь, сильна, как смерть и любовь. Это был праздничный концерт «Оргии праведников» в честь десятилетия нашего первого альбома «Оглашенные извините». Спасибо большое всем, кто сегодня пришел. Спасибо за пиво. Всего самого вам доброго. Завтра для знатоков акустический концерт у Барахунского «Квартирник». Это «Квартирник» spb.ru. Всего доброго.
твердят мне, что я не убит сквозь обожженные веки. Я вижу рассвет, я открываю глаза, надо мною стоит великий ужас, которому имени нет. Они пришли, как лавина, как черный поток, они нас просто смели и втоптали нас в грязь. Все наши стяги и выпилы вбиты в песок, они разрушили все, они убили всех нас!
Спасибо!